Не, давайте все-таки подберем этот осколок и увидим, что он себе представляет. Подобрать. Да. Особый осколок. Первый раз с таким сталкиваюсь. Миазма королевы, мы убили многих ваших товарищей, которые потеряли разум и стали марионетками врага. Мне бы так пришлось сражаться с большими друзьями, которые стали потерянными. Но вы сумели вернуться домой. Важно выражать признательность каждому из вас. Призываю вас, не забывайте лица тех, кто вам дорог. Помните товарищей, обратившихся в прах. Я, Григорий Усильман, клянусь вам, когда эта война закончится, в живых останемся. Только мы. Сражайтесь бок о бок со мной, и вместе мы положим конец этому кошмару. Блин, ну и речь он задвинул. Защищайте свое сердце любой ценой. Если в него попадут, вам конец. Проклятая тварь. Вау. Блин. Это поди королева и была, да? Ты что, куда-то мы попали? Куда-то мы попали? С возвращением. Как себя чувствуешь? Ты здесь? Ты знаешь, где ты находишься? Тебя убили 2 дня назад. Теперь ты снова с нами. Это, походу, тоже воспоминание. Тебе надо нахуй. Вот, заполни, пожалуйста, медицинскую анкету. Мне нужно кое-что уточнить, если ты не против. Что ты помнишь о себе? Нет, это снова я. Это я, это не мое, не чьи-то воспоминания. Это я и есть. Твой мой персонаж. И что, к чему? Где там оказались? В прошлом, что ли? Безумие серьезных расстройств нет. Похоже, ты в отличной форме. Меня немного беспокоило твое ранение. Но твоя воля к жизни поразительна. Если тебе не здоровье, то сразу скажи. Мы бессмертные создания. Однако, если станешь одной из потерянных, тебя уже никто не спасет. Возьми. Миазма королевы сгущается. Надевай маску перед каждым боем и береги их зенитных зеницовников. Кажется, пора на собрание. Понимаю, что тебе не до него. Это совсем ненадолго. Держись. Ни хрена не понял. Такое чувство, что мы попали в прошлое, когда королева еще не была убита. Воспоминания... А, это получается наши собственные воспоминания.
Это наши собственные воспоминания. Мы нашли сейчас собственные воспоминания. Как твой братик? Луи пока не проснулся. Да, отторжения вроде бы нет, но я все равно волнуюсь. Это вы, получается, наши собственные воспоминания нашли. Теперь ты в команде Джека. Если ты в опасности, не бойся отступать. Его команде все очень опытные, но они легко теряют голову. Я знаю, что у них много опасных заданий, а наши спасители не все сильны. Особенно Карен, она работает на пределе сил, подумай и о них. И когда война закончится, поможешь мне, только если захочешь, конечно. Угроза королевы миновала, и тем не менее, жажда крови все еще огромная проблема. Мы создали столько бессмертных, чтобы противостоять ужасам безумия королевы. Сильва хочет освободить землю от ужаса, продать людям, чтобы обеспечить приток крови. Я пытаюсь решить проблему своим способом. Данных по твоей крови много интересно. Так что подумай, ладно? Теперь ты в команде. Да, повторяются, да? Да, это они уже повторяются. Окей. Нет, это по-любому точно воспоминание наше собственное было. Откуда врач ходил? Ты из бессмертных, а все равно умирать боишься? Не стоит этого стесняться. Сколько раз ты умираешь, страшно все равно. У меня точно так же. Давай закончим эту старую скучную войну и выпьем вместе. Договорились? Помнишь день великого крушения? С той поры мы ведем тяжелую и болезненную войну. Я ни на шаг не продвинулся. Мы опять победим. Нам нельзя не победить. Давай, все вперед, я прикрою. Так, это уже повторяется. Что такое? Так ты мне друг? Не знаю. Ты тоже? Я была рассеян слишком много раз. Моя память уже не такая, как раньше. Многое не помню, даже его близких друзья. Это мысли о том, что я забыл близких людей, меня трясет. Понятно, повторяется. Ну что, готовы, нет? Драка в самом разгаре, еще один рывок. Сейчас будет обидно превратиться в прах. Думаешь, что это неплохая смерть, и тут тебя вытаскивают из могилы. Нужно умирать сам. Иногда сложно было вспомнить, за что мы сражаемся. А теперь мы получим награду. Странное чувство. Но этого самовлюбленного мы помним. Все с ума посходили с этим великим крушением. Нас оживили и дали нам силу сражаться с ужасом. А цена за эту силу человеческая кровь. Все же будет хорошо. Безумие королевы добило тех, кто пережил великое крушение. А для битвы с ней создали еще бессмертно. Как думаешь, когда победим королеву, все станет немного получше? Если сердца бессмертны в целостности, они не умрут и смогут вернуться к родным. Ага. Поэтому я не падаю. Когда она закончит, то все будет по-прежнему, как до великого крушения. У тебя есть близкие? Может, они похожи, но у меня есть близкие, семья. Они говорят, ждут меня, несмотря на то, что я бессмертен. За это стоит поблагодарить судьбу, да? Надо вернуться к ним живым. Если сердца бессмертны в целостности, они не умрут и смогут вернуться к родным. К родным, поэтому я не падаю. А, это ты уже повторяешься. Когда случилось великое крушение, я сбежал, но меня было получше, мысли спутались. Он кричал, помоги мне, а я только и смог, чтобы бросить его и сбежать. В конце концов, я сам пошел во время смерти. Сильва дал мне силу, силу сражаться с ужасом. Больше я не бегу, когда он восстанет, я встречу его с гордостью. Понятно. Итак, да из этих мест, я желаю еще дальше, на западе. До великого крушения туда можно было доехать на машине за пару часов, а теперь это так далеко. Хочу закончить эту битву и дома. Там люди, наверное, до сих пор спасаются от ужасов. Под тычком? Наконец. Новенькая, пойдешь со мной в парень? Однажды тебе удалось сразиться с королевой. Кое-что ты умеешь. Похоже, ты можешь принести пользу. Мы скоро двигаемся. Все готово? Так, секунду. Ждать не буду, побыстрее. Оставь это нам. Понятно, не хочешь больше чувствовать. Ладно, тогда пойдем. Конечно, мы хотим использовать твою силу по максимуму. Пойдем.
доложить, что королева прорвалась через наши кордоны и направляется сюда. Однако во время боя она серьезно пострадала. Мы можем преломить ход войны и уничтожить ее. Ни в коем случае не пейте кровь королевы. Слишком многие из нас не пережили этого и стали потеряны. Будьте осторожны, ясно? Ина. Иксу. Са. Похоже, пора развлечься. Покажем нашим гостям теплый прием. Что оружие у меня какое-то не мое вообще, по-моему. А теперь мое. Так, ну пойдем. Ты мой напарник, да, дядя? Так, ты не встанешь? Картридж заморозки. Коко не маттака. Вы только посмотрите. Чёдой. Повезло. Куинの力 это особое лекарство. そいつに一滴垂らしてみろ. Ага, тогда она еще не умела пробуждать эти увядшие амелы. Зато у них было лекарство, которое позволяло это делать. Коконара, маску разустему монбайна. Здесь маски не понадобится. Куинга Боссу сделал королеву. Она была бессмертной, как она тоже мечтала о мире, где все будут жить спокойно. И у нее хватило сил подняться выше, чем кто-либо из нас. Саранару Такамиету Нобуру Канусео Атайрарита Сонзай Датта. Чрезмерное могущество погубило ее. Она стала демоном, вечно жаждущим крови. Съешь или будешь съеден, раз нам не оставили выбора. Тогда я предпочту съесть. Лекарства немного, так что это не жирно. Автоматическое восполнение. Так, все круто, конечно. Пойдем. Не, погоди. А хотя пойдем. Эх ты, сука. Вот так тебе. Так, пойдем туда. Какомарта Фурика. Котчина Фурика. Так, есть. Что-то он там говорил, я не понял, что именно. Ключ от казарм. Надо не спускаться.
Вот ты откуда вылез? Это я и не приметил. А тут ничего нет, полезно, нафиг тогда сюда надо идти. Да, ну давай с тем кошмариком разбираться. Знаешь, сейчас все ТЛП на нас агрится. Как усил. Минус опять очередной. Так, минус. Со всеми вроде размахались. Здесь нифига. Хасигуга мирна. Умайнара дутчуэра. Лестницу он видит, а я не вижу. Вот ключ от казармы получил, который нам нужен. Ах ты скотина. Ух ты ж, сука! Неожиданно. Что ж вы так неожиданно все выскакиваете? О, как можно было оказаться. Здесь нету ничего полезного. О, туда можно упасть. А надо ли мне туда падать? Сходить в казарму сначала? Что ли? Не, в казарму потом сходим. Давай тут все-таки осмотримся везде. Ладно, давай сюда сходим все-таки. Ай-яй-яй, там еще кто-то есть. Дамочка, ты какая-то очень уж больно мощная и жирная. Вау! Да блин, да это летит это. Муда не сру доли му най. Ой, комарену на ё. Так. Юсу изюда. Кто-то где-то топает, кто-то мощный топает опять. Ика, ан
全に進めるルートを探せ。Пять лестниц. Эта локация довольно большая. Мендо на башуде. Йок ятта. Кокуде сайсэй шите оке. Здесь можно отдохнуть, но мы пока этого делать не будем. Нельзя взять. Там что подъем какой-то? Как вы все? Вау! Это что такое? Сука. Фигня какая-то. Эх ты ж... Блядь. Да беретесь-то все. Бежим сюда, блять. Еще сзади на хрень какая-то. Да я ударю. Есть. Вроде совсем размахнулись, да? Мы да не сры дори мунай. Как-то размахались. Как туда попасть? Откуда он? А, он сверху упал. Блин. Так неожиданно упал. Хорошо, что он удачно упал, что так что я его смог зацепить. Ключ от склада. Туда так? А, там лестница есть. Ладно. Окей. Пока забьем на эту лестницу. Туда никуда я падать не буду. Пойдем назад. Пойдем назад. Спасибо. Нет, туда нам не надо. Там отдыхать пока не будем. Сюда мы не пойдем. На джокио даму, да кайсак вар. Тоже не укотар на ё. Так. Маттеру. Пойдем все-таки в казарму. Заглянем. Ключ от казармы задействован. Здесь враги есть? По-любому должны быть.
кейс-то? Молот убийцы 5. Можно спрыгнуть, но мы пока этого делать не будем. Сейчас тут сначала смотримся. Да это я попал. Ну зашибись, а. Как ему сил? Так. Сенака макасераре сода, на. Ах ты ж, скотина. А ты, Азимари, ты будешь нападать на меня? Защищай меня! Ты ёбаный в рот. Собаки. Но и долго это еще продолжаться будет. Наконец-то. Может, думал, мы тут не справимся. Но здесь получится легче гораздо. Так, выйди с пути. Так, этому получается что? Вернулись туда, где были? Имайку. Мы, получается, вернулись туда, где мы были. Коносаки. Боеёно рендакруга цкаэру камоширенайзо. Так, вот лестница. Куда она ведет? Сенкошисигирна. Азимарида. А ты не один был, блядь. Так когда ж вы закончитесь, так? Ребят. Да ты... Слышь, помогай-ка, ты, блядь, можешь его ударить, а? Кого ему ударить? Один ударчик. Скайрим Унка. Уаттана. Кошмар. Ладно, давай выше поднимемся. Буйна цкедана. Корео. Чикадоэ но хашигука. Так, вот это куда? А, это в самый низ. Нет, самый низ нам не надо. По-моему. Пока что я туда не хочу идти. Сизгар. Станин. Противник. Койцуа тедаре но йода. Да какого хрена не сработало? Да дай мне это ударить, а, пожалуйста. Это я должен бить, а не ты. Пиздец. Вот эти вот дамочки мне не нравятся. Где это?
все понял, где мы находимся. Так, нам туда не надо. Меня сейчас убьют просто, вот и все. Эй! Ну почему он пробивает-то меня? Даже сквозь щит. Ты там что, помогай-ка, помнишь, что ли? Нет. А какого хрена собаку пропустил? Икзу. Бесполезный какой-то. И как туда попасть? Как ну все? Старый ключ опять получили теперь. Что там ключей дофига всяких разных получили, а что от них, какой от них польза, я не понимаю. Так, собака меня не видела. Вот какая польза от этих ключей? Что их многовато всяких разных ключей. Где что они мне открывают, не особо понимаю. Давай, разбирайся с ним. Так, лестницу опустить. И куда мы сейчас попали? По-моему, здесь я был, в этом месте. Да, здесь я был. Тогда сделаю вот так. Назад. Туда пойдем. И вот сюда. Ёсетсуа сарэтэй най. Докока ни каги га ару на. Муда ни суру доури мо най. Здесь тоже все осмотрели, залутали. Ладно, здесь мы были везде. Что, здесь проход, что ли, оказывается? Старый ключ здесь, вот он. Вот, здесь еще проход, оказывается. Минус, теперь можно, блять, там еще этот кошмарик идет. Ладно, так сделаем. Сколько мы сейчас снимем? Маловато сняли. Тогда сделаем так. Ага. Того уже убил, да? Молодец. Хоть какая-то польза от тебя. Куда это приведет сейчас? Уикомарен на его. Я вообще окончательно, по-моему, заблудился, где я нахожусь. По-моему, да, я окончательно заблудился. Ох. А здесь можно отдохнуть, но пока этого делать не будем. Эй-эй-эй. Зря, надо было отдохнуть.
Так. Давай, разбирайся с ней, с этой хреновиной. Эй, я сам с ней разобрался, вот бесполезно будет. Ночной клык опять. Скайрим Унука. Ну и все, давайте на этом, пожалуй, и закончим наше сегодняшнее видео, потому что слишком сильно оно затянулось. И что там дальше, куда и для чего, куда делать? Понял, стой, назад. Не хочу спускаться, там очень стрёмное место. Слишком большое открытое пространство. Так, надо сориентироваться, где нас не было, куда мы хотим попасть. Ну там, нет, не там. А где? Так, там где-то. Ну там довольно стрёмное местечко, такое довольно большое открытое пространство, и там, может быть, что-то может быть находиться нехорошее. Мне кажется, надо бы мне вернуться назад попробовать и спуститься в нижний ярус. Только. Блин, довольно проблема на самом деле понять, где меня не было, где я был. Доста, Наника, кининарука. Так, давайте-ка воспользуемся вот этой вот штукенцей. Попробуем сориентироваться по ней. Так, телепорт. Еще ямы, так, воспоминания, штар, да, вот они. На начальную локацию. Так, давай отправимся. Сейчас придется снова бегать, блин, по уже пройденным местам, пытаться сообразить, где мы были, а где мы стоим. Тут тоже мне не нравится вот эта вот путаница. Этих лабиринтов. Мне надо вниз вас, походу, спускаться на самом деле. Скайрим Унука. Так. Надо понять, как это сделать. Давай попробуем туда пройти. Никого пока. Здесь пока никого, опять же. Ну туда мне надо вниз. Только где лучше всего спуститься? Давай лучше тогда здесь спустимся, какая нафиг разница где. Все равно спуститься надо. Так, вот в эту жижу что-то мне не хочется туда прыгать, поэтому мы не будем этого делать. Так. Пойдем сюда. А здесь у нас лестница. Подъем наверх. Ну ладно, давай поднимемся наверх. Надеюсь, там будет этот Амела. Надеюсь. Да, точно. Надо было, блин, раньше сделать. Сюда спуститься. Кто же знает. Так. А, ну тут, блядь, каково? Открыли только маленький кусочек. Да, ладно, тогда. Тогда попробуем туда. Налево. Так, здесь у нас враги. Как его все? Блин, все-таки меня цепанул. Алебарда закат. Так, здесь у нас целых двое должно быть. Ах ты ж, сука, меня сейчас убьют, ты Макар. Блин, я думал, я сзади подошел, но нифига не подошел. Нет, сейчас убьет просто она. Нет, смотри-ка, мне повезло, она меня не убил. Но подлечиться можешь, нет? Зараза.
Как нехорошо получилось-то. Давай соображать, куда? Можно сюда спрыгнуть, в принципе, какая разница где? Ну, давай так сделаем. Так, есть еще враг какой-нибудь? Пока не наблюдаю. Здесь. Сюда. Здесь получилось. Получилось аккуратненько. Лестница опять. Противник есть? Нету. Смотри, не оступись, да. Если он говорит не оступись, значит в эту жижу все-таки падать не стоит. Мы поняли. Никого не согрели? Нет. Меч закатывай, лепарды закатывай, меч закатывай. Так. Окей. Ну, а там я... Нет, там нет. А тут я был? Что-то я не понимаю. По-моему, был все-таки. Вот здесь я был. Да, я здесь был. А что я здесь делал? А, это переход. Нет, туда нам не надо. Определенно. А вот там я был? Нет. Где-то здесь, вот смотрю, он еще закрытый проход какой-то есть. Как туда попасть? Этот закрытый проход. Что он там? Как туда попасть? Блин, ладно. О, а здесь что у нас? Здесь ничего. Можно сделать зато вот так. Ах ты сука! Так, ладно. Тогда выйдем сюда. Куда взглянем? Зачем взглянуть? Непонятно. Тут вот такое чувство, что туда можно, да, можно спуститься, подняться только вот. Через какое место? Ну, точно не там. Как туда спуститься? Как туда попасть? Вау, блядь, косяк, дурак. Фух, я нарвался. Балда. Туда он как попасть, тоже непонятно. Ты ж туда можно ж попасть. Нехорошая весь человечка. Как же туда попасть? Я не понимаю. Пойдем туда.
Так, от этой избавились хрень. Там понятно, мы были. Ну-ка, откроем. И на кого мы тут нарвемся? Или... А, это. Ага, нарвались. Надеюсь, там один. Эх ты, не получился фокус. Зато вот эту, если сейчас убить, она подсветит нам карту. Если я смогу выжить, конечно. Я смогу выжить, нет вообще? Я даже отойти не могу. О, наконец-то поймал. Только что-то опыта. Есть. Фух, наконец-то. Зато карту сейчас подсветит. Подсветит. Алебарда убийца. Так, смотрим по карте. Если сможем, конечно, по ней сориентироваться. О, вот он, спуск. Так, а там... Ты что, просто спрыгнуть туда? Блин. Просто спрыгнуть, это совсем не просто, на самом деле. Так, а вот она и лестница. А нет, это другая какая-то лестница. А, это вон куда ведет. Блин, значит не все еще куда-то надо пойти. Блин, карта еще такая неудобная. Не понимаю, как там дальше двигаться. Опа. Так, а если туда свалиться, я разобьюсь, да? А, нет, там я был, по-моему, вообще. Там я был, по-моему. Серьезно такая. Матерю. Кошмар. Нет, туда мне не надо. Ну давай попробуем сюда пройти. Ой, неприятное место. Давай, ты убей эту херню. Молодец. Убил. Так. Тоже избавились. Блин, все-таки я не понимаю. Блять, там это крокозябрина. И не одна. Кедораレルなよ. Так, меня сейчас угонят. Блин, косяк получился. Так. Теперь от той херни надо избавиться.
Штык заката. У меня тут целая на коллекция закатов уже получилась. Оп. Так, вот мы знаем. Вот сюда вот как попасть? Блин. Вопрос, конечно, интересный. Ох. Вот этого места я не видел. У меня точно не было. Так. У нас здесь и нет нифига интересного, на самом деле. Так, мне надо момент подобрать и спрыгнуть на эту громилу. Сейчас момент подберем. Где-нибудь вот в этом месте. Всегда бы так легко получалось. Так, все, ты выбежал. Но туда я так попасть не могу. Никак. Все еще никак не могу туда попасть. Я не понимаю, как туда. Скажите мне, как туда попасть? Здесь нигде не спрыгнуть. Блин, тут сейчас чуть было не упал. Ладно. Пойдем другие пути искать. О! Ку-ку. Вот и ответ. А, есть, все. Так, теперь можно подняться и засветить территорию. Надеюсь, я больше нигде ничего не пропустил. Есть. Так. Все-таки где-то я что-то пропустил. А, да, вот там участок один пропустил, не смог. Я не понимаю, как туда попасть. Там тоже пойти какой-нибудь скрытый путь, куда-то упасть надо, скорее всего, опять. Сенку сильно. По-любому, там, скорее всего, куда-то упасть надо. Так, ну здесь я уже нигде не приду. Так. Но здесь нигде не спрыгнешь. Тут нам и не надо, по-моему. Но Бурнара. Здесь никак. Смотрим, где тут может быть какой-нибудь провал, есть какой-нибудь спуск, где можно упасть. Пока не наблюдаю таких. Там вряд ли. Вот оно где. Куда не средоли ему най. Так, ну-ка. Стимулятор регенерации мы взяли. Так, давайте сюда спускаемся. Что нас там ждет? Наника имену ару басо но йоу да на. Хм.
сюрприз. Так, погоди-ка, вон там я вижу Амелу. Любопытно, я не знал, что здесь будет Амела. Оно и к лучшему. Так, территория открыта на 100%. Это хорошо. Теперь надо тут все залутать, облутать. Выбирай маршрут. Да я уж выбрал, кого выбирать-то. Тут один маршрут остался. Матерю. Чистая кровь, это что значит чистая кровь? Препарат создан в проекте Королева, способствует регенерации и выработке их ор. Это одноразовый? Блин, нет, это предмет постоянное действие или нет? Сомневаюсь. Ладно, неважно. Так, у нас получается все изучено, все рассмотрено, остался только вот один участок. Один участок остался. Ну давай тогда мы сейчас к нему попытаемся и попасть, вернуться. Только вспомнить, как туда попасть. Зачем? Давайте сделаем так. Где? Вот оживитель. Потерянки не теряется воспоминание. Так, ну-ка это. Нет. Ладно, да, вот это сейчас используем. Вы отдыхали последний раз. Давай туда и переместимся. Не совсем то, что мне надо, но да ладно, сейчас мы переместимся куда надо. Поле битв. Поле боя. По-моему, все, больше нигде ничего нам не надо изучать, поэтому теперь можно идти туда. Вроде как бы. Так, давайте сейчас потратим дымку. Куда можно потратить? Везде потратим, чтобы потом не зря. Она зря не потерялась, если меня убьют. Так. Так вот. Не хватит. Уже не хватит. Тут не надо. Все. По-моему, все, да? Мне осталось только вот большое количество дырки. Хотя давай вот это сейчас еще потратим. Все, осталось теперь накопить еще несколько дров открыть, и все, и можно будет уже уровни свои прокачивать. Так, ладно, теперь пойдем. Нам вот сюда вот осталось теперь выйти. Посмотрим, что нас там ждет впереди. Здесь же ничего лутать не надо. Не уходи далеко вперед. Ага, не уходи. Мы уже уж пришли. Так что и уходить нет смысла. Ух ты ж, какой ты стрёмный дядя. Босс. Этих бессмертных уже не спасти. Они стали марионетками с королевой. Помни, новенькая. Не щади их. Да уж.
Не щади их. Нам не выживет. Как вы все? Так что щадить не надо. Ах ты нихуя ж себе. Плюс. Блять. Ты можешь ее отвлечь на себя хотя бы? Так, ушли. Так, погоди, погоди. На, зараза. Мне вот этот щит его уж не нравится. Ну-ка. Мне надо уйти теперь. Ну, блядь, не получилось, только зря навык потратил пустую. Ах ты ж, сука, давай ты уклоняйся, а, пожалуйста. Меня сейчас убьет просто и все. Мии здесь нету, чтобы меня воскресить снова. К сожалению. Да, долго мне много придется. Блять, да ты. Ну вот опять зря нам потрачено. Да блять! А, не, смотри-ка. Воскресился я. Значит, это навык не только мне, это вообще любого союзника такой. Возможность воскресить меня. Да какого хрена? Я же уклонился. Чё ты, блядь? Блять! Вот ты уклоняешься, уклоняешься, а хуй толку-то, если бы они все равно урон... Так, а мне лечиться-то больше нечего. Вообще-то. Давай, тащи, мужик. Не иди ко мне. Не иди ко мне, болван. Уёбок, это ты вот меня подставил. Он же... Ну, всё-таки. Я еще выжить умер. Ты меня воскресил, да, опять? Да, ну хули толку-то? Давай, Джек, завали его, а, пожалуйста. Потому что я не затащу. Джек, я не затащу. Ай, все. Ох, есть! Опять на последнем издыхании, чисто случайно. Опять, он чисто вот на везение, на чистом, на везение протащил, а. Да. Итак, всю дорогу. Да и важно, не важно, главное, победа. А это еще что такое? А это королева уже пришла. А вот и наша невоспитанная гостья. Видимо, пора начинать веселье. Что, сейчас теперь еще и с королевой будем махаться? А не слишком ли это круто? Один босс за другим. И, по-моему, королева будет слишком крутой для нас. Ну да, я так и думал, что он будет слишком крутой для нас. Нету. Крясик, бомбардировка целая. Монетка. Успел? Силю? Я вас прикрою. Ладно, ребята, вот он момент истины.
виду, блин, крутой дядька. Ты больше не причинишь никому вреда. Сейчас ты познаешь покой. Слишком много пиздишь. А вот и маску сбила. Вот еще что за хрень была. Как-то странно победа произошла. Молодец. Все, она тоже. Да, это вот ее маску сбили, и теперь миазма на нее влияет. Я восхищен твоей храбростью. А помочь маску одеть там, не знаю, какую-нибудь сделать. Спи спокойно. А, они ее добить решили. Ну да. Добить решили, не дать ей стать потерянной, типа, да? Ну, не знаю, по-моему, это все-таки попахивает предательством. Легкие пути не всегда самые правильные. С одной стороны, они, конечно, вроде, как я понимаю, они просто спасают ее, потому что она миазмами отравилась, типа стала потерянной, все такое, они решили ей помочь и облегчить ее участь, типа, да. Но не очень красиво это выглядит со стороны. Не только со стороны, но вот чисто для нее. Для главного персонажа это выглядит не очень красиво. Уровень убийца королевы. Владелец кода Иштар. Повышает уровень здоровья и стойкости, подходит для путешествий ближнего боя. Окей, вот так вот мы, значит, сейчас получили код крови, который истинно принадлежит нашему главному персонажу. Да, как он выглядит? Вот он, убийца королевы. Повышает уровень здоровья и стойкости, подходит для путешествий ближнего боя. Ой, нафига я это сделал, не надо мне. Пока что не надо мне этого. Итак, отлично. На этом мы типа закончим прохождение. Да. Сделаю так. Отдельно у меня получилось видео записано прохождение вот этой локации, потом сразу же вот этот воспоминание. Но я сделаю отдельно, я вырежу воспоминания из видео по прохождению вот этой локации и сделаю его отдельно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.